Ну так как тебе такое, Илон Маск? Сегодня явно интересуется по всему миру у главы Теслы. После того, как пробили стекло нового авто Маска, а заодно не исключено и репутацию компании. Несколько часов назад эксцентричный бизнесмен лично представил электрический пикап. Глава компании, как водится, во все лады расхваливал новинку, дизайн которой все эти, тем не менее, назвали сомнительным. По словам Маска, машина мощная, футуристичная и надежная. Кузов якобы сделан из сплава для ракет SpaceX. X выдерживает обстрел из 9-миллиметрового пистолета. Прочность продемонстрировали прямо на сцене с помощью кувалды. Затем очередь дошла и до сверхпрочных стекол. Правда, тут по безупречному облику машины пошли трещины. В прямом смысле. О мой бог. Наверное, удар был слишком сильным. От следующего удара трещинами пошло и второе окно, а Маск пошутил, мол, насквозь стекло не пробили, и это уже хорошо. Не исключено, конечно, что это такой маркетинговый ход, чтобы привлечь внимание. Однако за шутку, похоже, провал на презентации никто не принял. Да и сам пикап у пользователей восторга не вызвал. Причем машины компании нередко удивляют в плохом смысле этого слова своих владельцев и на дорогах. Они не раз загорались на полном ходу, у них не срабатывал автопилот, а в критической ситуации блокировались двери, были даже смертельные случаи. Что касается финансовых показателей, то пока что только один квартал в этом году Tesla смогла закончить с прибылью.